Здорово! С вами снова Андрей Скуторец, и сегодня у нас будет интересный видосик из нашей мастерской. Сегодня мы будем тюнинговать Vespu Sprint 50. Такая аппаратура к нам заезжает крайне редко на ремонты и тюнинги, но сегодня это случилось. Да, кстати, мы занимаемся в нашей мастерской ремонтом и тюнингом, если кто не знал. Так что, если кто-то хочет отремонтироваться, пройти ТОшечку или что-нибудь типа вот этого, или скутера, или питбайка, что угодно, короче, затюнинговать, переходите в инстаграмчик, там пишите «Шумаю», короче, ссылочка на него в описании. Пишите, связывайтесь и приезжайте к нам. А теперь начинаю рассказывать про этот мопед. 280, блин, тысяч рублей. Офигенное качество. Внимание к деталям просто на высочайшем уровне. Все идеально, но так тошно едет, он просто не валит. Я на нем прокатился перед тем, как сюда закатывать, чуть позже вам это покажу, для того, чтобы понять, сколько оно едет, потому что приехал он к нам все-таки на тюнинг. А когда мы его оттюнингуем, нам будет с чем сравнить, лучше он стал ехать или хуже. А сейчас я хочу рассказать вам про новую площадку для быстрого заработка Neon Beat. И пока эта площадка новая, ребята работают на свою репутацию и выводят деньги очень быстро. Начать здесь вы можете всего лишь с 15 рублей. На данной платформе есть 4 тарифных плана. 25% сумма вклада от 15 до 4000 рублей. 50% от 4 до 10 тысяч. 75% от 10 до 30 тысяч. И 125% от 30 до 300 тысяч. Чтобы создать вклад, для начала нужно пополнить баланс, допустим, на 2000. А после уже можно сделать сам вклад с подходящим тарифным планом. И через 24 часа вы уже сможете снять поступившие деньги, либо оставить их на следующий вклад. Так что не упусти шанс получить доход, который приходит всего за 24 часа. Попробуй проверить сам, ведь начать можно всего с 15 рублей. А ссылка на данную платформу будет в описании. Короче, Vespa это дорогая, очень качественная, клевая, но, сука, не едущая параша. Просто пройдем сперва вокруг нее и посмотрим. Сиденье офигительное, пластик офигительный, куча всяких разных лючков. Все открывается красиво, мило, блин, вот эти пластмассочки. Если сюда вставить ключи, все идеально. Но вот этот глушитель, блин, сразу понятно, у меня палец толще, чем эта выхлопная труба. Выхлопная трасса, вы видели хоть раз такое? Там внутри сечение еще тоньше. Как оно будет ехать после тюнинга, я не знаю. Двигатель здесь по своей форме напоминает двигатель от моей Гилеры, которая у меня была 200-кубовая, но там было 200 кубов, она валила 140, она стантила. Здесь же четырехтакничек такой же формы, но 50-кубовый. Свет офигенный, тормоза офигенные, рычажная подвеска. Короче, по тормозам, по подвеске все изумительно. Но владелец этого аппарата проехал на нем 2500 километров. Это очень мало, аппарат практически новый. Но на тюнинг он его привез к нам неспроста, потому что он просто реально не валит. А теперь поехали прокатимся на нем, чтобы посмотреть, как оно все-таки едет. Прежде чем тюнинговать данный скутер, нужно замерить его максималочку и разгон, чтобы потом понять, что вообще в принципе изменилось. Спидометр здесь крайне приятный и красочный, но спортивности мопеду это нифига не придает. Сейчас все увидите. Просто даем газ в пол. Я даже рукой второй не буду держаться. Нет, надо засечь. На счет 3 и с таймером прям стартую, чтобы вы видели, за сколько мы разгонимся до 40. Больше он просто, по-моему, не поедет. 1, 2, 3. Блин, подрывчик до 20 есть. А дальше все. Все, я даже микрофон не использую, меня и так будет слышно, потому что здесь не будет ветра. Ну давай! Есть 40! Теперь посмотрим, сколько у него вообще по максимуму есть. Сорок пять! Сейчас с горочки пошли. Пятьдесят.
Не, ну это все, это полный провал. Больше 51 километра в час он не поедет никогда. Зато тормоза хорошие. Очень долго я замерял максимальную скорость. Прям устал. Теперь перейдем к тюнингу. Надо сделать так, чтобы он поехал побыстрее. Владелец этого аппарата привез нам несколько запчастей, таких как передний вариатор. К вариатору идет белая пружинка в торг-драйвер. Здесь примерно все так же, как у других полтосов. Трансмиссия ничем не отличается. А по двигателю уже есть вопросы, потому что это четырехтактник. На воздушном, кстати, охлаждение. Рубашки здесь нет. То есть радиаторов ничего нет. Просто обыкновенный четырехтактник на воздухе. Но такой двигатель я вижу первый раз в своей жизни, потому что это Италия гребаная, четырехтактная, на инжекторе я ни разу таких аппаратов не тянул, поэтому я даже не знаю, сколько здесь будет кубов. Для начала мы разберем скутер, посмотрим диаметр поршневой родной, а потом будем замерять вот это, узнаем, сколько здесь кубцов. Поршень, например, выглядит вот таким образом, прям как у кроссового мотоцикла, такой плоский, короткоходный, но он очень маленький. Три клапана на котел здесь, походу, присутствует. По крайней мере, в тюнинговой поршневой. Больше у нас ничего нет. Поршневая большего диаметра, скорее всего, и вариатор. Попробуем, в общем, сегодня все это поставить. Еще вопросики по инжектору будут, потому что это вам не карбюратор с жиклерчиками настраивать. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Поехали разбирать байк. Для того, чтобы провести все эти процедуры, нам нужен только двигатель. Больше нам ничего не нужно. Жидкости сливать мы не будем, по крайней мере, радиатора здесь просто-напросто нет. Поэтому этот двигатель нам нужно отсоединить от самого скутера, чтобы удобнее было все это делать. Соответственно, нам нужно разобрать заднюю его часть. И начнем мы разборку с кофра. Грибучий случай, да тут везде тораксы, но они у нас есть. Так, я тут собирался снять седло, откручиваю кучу винтиков, а оно, оказывается, в Веспе вытаскивается в принципе, не откручивая ничего. Ни одного винта крепления здесь нет, а этот унитаз просто вытаскивается руками. Ничего не надо откручивать, гребаный стыд, нафиг я его разбираю. Блин, говорю же, вес по качеству, все из металла. В 2020 году скутеры делают не из пластика, а из металла. Это реально круто. Воздушный патрубок выглядит как-то прям совсем неважно, как будто его заживало. Вы посмотрите на это, здесь нет рамы, здесь кузов получается. Видите, все это одно целое. Пластик и кузов это одно и то же. Здесь нет, блин, рамы. Вот это технологии, вот это мопедрос. Даже на самом же кузове номера все выбиты, как на машине все сделано. Дичь. Ну и что у нас здесь получается? Из-за того, что пластик – это и есть кузов, его невозможно отсюда снять никаким образом. Поэтому, например, доступ до фильтра здесь крайне ограничен. Вы не сможете его здесь открутить и снять, потому что наполовину он находится за этим всем металлом. Но итальяшки-то продуманные. То есть ты унитаз отсюда достаешь спокойно, без винтиков, потому что винтики и не нужны, он нормально прижимается этой фигней, как казалось. И здесь сверху на воздушном фильтре стоят барашки для того, чтобы откручивать его пальцами. То есть настолько эти ребята прошарены, вам не нужны инструменты, вам не нужно пилить болгаркой кузов, чтобы его обслужить. Гениально просто, гениально, но все равно неудобно. Блин, ну я привык к тому, чтобы со скутера пластик снять и все с него вытащить. Короче, что получается нам нужно сделать? Так как эта вся часть неразборная, нам нужно сверху по возможности отсоединить все, что подходит к двигателю. Такие элементы, как тросики газа, всякая проводка, фильтр можно оставить на двигателе, амортизаторы, самое главное, крепление двигателя, свечной колпак, в общем, все, что здесь есть, все провода, все тросы отсоединяем от двигателя. Ну и поехали делать это.
все. Мы только что сняли полностью со всего двигателя все провода, коих было там куча из-за того, что это инжектор. Сняли все шланги, все патрубки, все тросики. Короче, все с него поскидывали. И он готов к тому, чтобы мы его вытащили из скутера. Но для того, чтобы вытащить двигатель, нам нужно поднять скутер за жопу вверх, потому что подножка стоит на самом двигателе. Если мы его отделим, то кузов упадет на землю. В общем-то, на столе мы сейчас имеем именно то, что нам нужно ковырять. Двигатель, ведь его мы будем сегодня заряжать. Сейчас мы можем немножко понаблюдать на двигателе от четырехтактной новой Веспы в полном сборе. Что мы здесь можем разглядеть? Лямбда-зонд, тонюсенький глушитель, все прямо на месте стоит, красотища. Впуск, инжектор, причем Piaggio какой-то там оригинальный, не знаю какой фирмы, не написано нигде. А, нет, что-то написано. Да вор-то, блин! Инжектор Деворта, я даже не знал, что они бывают. Вот он, интерес. Кто-то там заходит к нам в гараж. Ну да ладно. Впуск стоит, вот так выглядит его патрубок впускной. Я бы не сказал, что это круто, потому что там воздух завихрения, все дела, тормозится где-то. Я бы сделал его более прямым, но хотя для 50 кубов, которые не валят, и это сойдет. В общем, ничего необычного по этому двигателю. Все как у обычных скутеров. Исключая то, что у него стоит инжектор и непонятно, что там в голове, походу, три клапана. Сейчас нам нужно разобрать его так, чтобы мы смогли снять с него головку и цилиндр. Для этого нам не нужно его половинить, откручивать колеса и все такое. Скидываем только глушитель, впуск и кожух обдува. После этого наблюдаем, что там дальше внутри происходит. Наконец-то мы полностью оголили поршневую, до которой нам нужно добраться, чтобы ее скинуть. И теперь нам нужно ее разбирать каким-то образом. Здесь ничего сверхъестественного снаружи, по крайней мере, нет. Поэтому, как по старинке полагается, снимаем клапанную крышечку. Что же мы здесь видим? Три клапана на цилиндр, действительно. Два впускных и один выпускной. Все это приводится в движение от одного распредвала через рокера с подшипничками. Прям все серьезно, но такое миниатюрное все. На звезде ГРМ есть меточки. Одна сверху должна быть, две по бокам. Получается, а на самом генераторе ни одной метки нет. Поэтому нам нужно будет сейчас каким-то образом выяснять, как это правильно собрать обратно. То есть попримерять, посмотреть, что как ставится. Всегда нужно делать так, когда ты не знаешь, как технику собирать обратно. То есть ты сперва разглядываешь, а потом уже разбираешь, чтобы потом точно собрать. В общем, что нам здесь нужно будет сделать? Поглядеть, как метки правильно ставятся. После этого нужно будет отпустить, наверное, вот эти винтики боковые, которые держат сам цилиндр. И после этого можно будет открутить 4 гайки, которые держат постели распредвала. И головку можно будет снимать. А, еще чуть не забыл, нужно же снять натяжитель цепи, прежде чем откручивать звездочку ГРМ. То есть тут все это прям
Думать надо, думать, четырехтактники, они такие. Да, с Грэмом пока что непонятно. Я вот стою здесь, до сих пор думаю, как же его правильно выставить потом обратно, когда я все это разберу. В общем, выставил меточки на самой звезде так, чтобы полоска была вверху, а вот эти два отверстия были параллельно срезу головки. Сзади на самом генераторе я сделал метку сам, маркером. Но я думаю, так не должно быть, потому что все-таки где-то вторая метка должна существовать. Поэтому есть второй вариант, что она находится где-то под крышкой вариатора. Нам нужно будет ставить еще и тюнинговый вариатор, поэтому сперва мы скинем крышечку варика и посмотрим, что находится под ней. Может, и меточку там найдем. Это пока что надо закрутить на место, чтобы масло у нас перхоти всяческой не насыпалось. Что мы видим под крышкой вариатора? Ничего необычного, абсолютно обыкновенный вариатор, как на всех других скутерах, но по его настройкам сразу же видно, что ремень на торк-драйвере или на заднем вариаторе, как его называют, провален сильно глубоко. То есть, если он будет сидеть здесь повыше, старт у скутера будет резче. Соответственно, либо спереди он сильно зажат изначально, либо сам ремешок коротенький. Но тюнингового ремешка у нас сегодня нет. Может быть, отрегулируем это шайбами, если получится, если они у нас найдутся. А может быть и нет, а может быть и с новым вариатором что-то поменяется. Короче, посмотрим. Сейчас наша задача скинуть ответку переднего вариатора и посмотреть, где же там все-таки могут быть метки. Только что я открутил ответку вариатора, и после этого ремень немножко больше лег на втулочку, потому что теперь его ничего не зажимает. Я покрутил этот ремешок оригинальный вот так вот, для того, чтобы он здесь чуть-чуть вышел повыше, чтобы торк-драйвер его сжал. И вышел он не сильно выше, то есть здесь есть еще расстояние до конца. Значит, ремешок все-таки коротковат, но он поднялся повыше, значит, разгон можно сделать здесь чуть-чуть побольше, если подумать логически. Но сейчас нам на это все пофиг. Короче, скидываем ремешок и в режиме онлайн заглядываем под его родной вариатор и ищем, где там могут быть метки. Потому что больше они нигде не могут быть, кроме как здесь. Да тут ни хрена нет. Короче, походу не зря я маркером там сзади на генераторе что-то черканул. Когда я все это вскрыл, я сказал: грёбаный стыд, насколько здесь все миниатюрное, вы просто посмотрите, поршенек меньше, чем 27-я головка, зато с проточками под три клапана. Клапаны просто, что это такое, у меня мизинец больше, чем эти клапаны, но зато их три нафиг. Короче, итальяшки мутят грязь настоящую. Все по-извращенски, все миниатюрненькое, все игрушечное, но все реально продуманное. Как вот этот вот огромный котел, просто чугунинный, блин, с малюсеньким таким дуплом, мог тянуть весь этот металл, блин, скутер больше, чем я в 4 раза, и вот на этом всем он каким-то образом еще до 50 разгонялся. Я не понимаю, это реально круто, это дичь, это технологии, блин, ну вот этот котел явно долго проживет. Потому что, ну, он очень мясистый, и при этом сам диаметр цилиндра малюсенький. За 2500 километров на этом поршне просто практически ничего нет. Вот тут сверху, кстати, потертости есть, но это не задиры, а просто потертости маленькие. Короче, хрен знает, какой ресурс, я думаю, что он здесь большой. Вроде бы надежным выглядит этот двигатель, хотя по клапанам так не скажешь. Что-то там все маленькое, нагара чуть появится, будет сифонить. Ладно, сейчас перейдем к замерам поршневых. Меряем штангенциркулем родную поршневую, которая здесь стояла. Ее диаметр
39 миллиметров. Теперь меряем тюнинговую поршневую, которую будем ставить сегодня. Это, кстати, Malossi Made in Italy, тоже итальянскую поршневую. На итальянский мопед ставим, она в два раза легче, чем та, может быть, даже и в три. Но при этом она выглядит меньше, и она сделана не из чугуна, а из алюминия. А может быть, даже это какая-нибудь керамика. Хотя керамика, алюминий, блин, одно и то же, фиг его знает. Не различаю вот эти вот технологии. Напишите мне в комментах, что к чему. И здесь дупло, ну просто жесть, насколько больше. Производим замер. 49, блин, на сантиметр больше. То есть было 50 кубов, а мы поставим, я не знаю, тут надо рассчитывать. Когда на 50-кубовые мопеды двухтактные ставишь поршневую, там 39 миллиметров это 50 кубов, а 47 это 70 кубов, здесь 49. Соответственно, ну может быть то же самое выходит, просто ход поршня еще там влияет на все это. Надо высчитывать тригонометрия, геометрия. Все, хватит расчетов. Я думаю, тут где-то приблизительно 70-75 кубов. Вот новый поршень, который мы будем ставить. Значительно больше, чем старый. Проточки под клапаны примерно совпадают. Но тут вытеснитель, по-моему, меньше. Но это просто огромная разница. Это огромная разница. Ладно, собираем все это на место и просто посмотрим, как оно поедет, не перенастраивая инжектор. Потому что я не уверен, нужно это делать или не нужно. Все-таки на инжекторе есть датчиков много, типа лямбда-зонд, расход воздуха и все такое. Может быть, он сам подстроится. Но это не факт. В этом я не секу. Опять же, кто сечет, напишите в комментах, что нужно делать с мозгами. Это видео выйдет, а потом мы, может быть, его еще дорабатываем. Будем. Но прежде чем выпендриваться тут с установкой новой поршневой, нам нужно отодрать старую прокладочку от вот этой плоскости, иначе если мы поставим на это все новое, оно будет сифонить, а это не наш вариант. Новый, здоровенный, блин, поршень мы только что установили, все стопорные кольца на месте. Предварительно, естественно, все смазываем маслечком, чтобы сразу оно не на сухую заработало, когда мы его запустим, а на мокрую. Поршень должен стоять двумя вырезами под клапаны вверх, потому что у нас впускных два, и они сверху, а вот этот как раз внизу, и стрелочка указывает на выпуск. Что еще нужно сделать, прежде чем установить эту поршневую? Нужно, блин, прочитать инструкцию к этой поршневой. Она там есть, кстати. Все-таки все больше. Может поршень встретиться с головой. Это совсем неприятно будет. Поэтому я решил прочитать. Ибо здесь лежит не две прокладки, а три. Соответственно, между ними есть какая-то гребаная разница. Под цилиндр у нас идет целых две разных прокладки. И в инструкции написано так. Тонкая прокладка идет под мопеды, у которых два либо четыре клапана. А толстая прокладка идет под мопеды, у которых три клапана. Это как раз наш вариант. То есть сюда мы должны поставить толстую. А раз она толще, значит расстояние от поршня до башки будет чуть побольше. Видимо, здесь есть какой-то смысл. Установка колечек на данный поршень – это дело прямо-таки сложное, потому что они толщиной с человеческий волос, все микроскопические, это просто пипец. Я чуть себе пальцы все не поломал, пока их ставил, но тут еще и по технологии надо ставить, опять же, потому что все кольца разные. С маслосъемными понятно, там три тонюсеньких и пружинка, ты их ставишь и забываешь, и то там надо кое-что не перепутать, типа правильно все воткнуть. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего компрессионного. Их оба нужно правильной стороной поставить вверх. Там буковка N. Есть микроскопическая, которую без лупы не разглядишь. И верхнее компрессионное от нижнего отличается тем, что у него есть небольшой скос. Если вы поставите нижнее и верхнее, оно не сожмется нормально, и у вас поршневую через 3 минуты езды разорвет к хренам собачьим. Поэтому тут все это очень сильно важно. Итак, смазываем сейчас тщательно цилиндр. Смотрим, чтобы все здесь было чисто, никакой пыли, никакого песка, чтобы все прилегало как следует. И загоняем поршенек вместе с цепочкой, со всей сопутствующей ботвой, блин, в цилиндр. И, в общем-то, все, ставим и поехали.
Да, кольца еще нужно правильно развести в разные стороны замками, чтобы они нигде не совпадали, иначе у вас будут прорывы газов и всякие такие неприятные вещи. Вот и все, только что я прикрутил головку, накинул цепочку на звездочку, совместил меточки со своими меточками, которые я там оставил, поставил натяжитель цепи ГРМа, все правильно, она тут преднатягивается, закручивается, по-моему, отпускаешь, сама все натягивает четенько, короче. Сделал два оборота коленвала и все меточки совпали, смотрите, вот здесь две вот этих параллельны, это вверху, а моя меточка, которую я оставил на маховике генератора на, блин, короче, вы поняли, где вот. Вот они, прямо в месте, где надо. Короче, все четенько у нас с ГРМом. Собираем все в обратной последовательности. Потом ставим вариатор, смотрим, какие там груза еще могут быть. Но груза поменяются по-любому, потому что и вариатор другой, и поршневая теперь другая. Вообще все собьется. По трансмиссии настраивать придется очень долго. А у нас еще есть инжектор. Только что я установил сюда тюнинговый вариатор от Малоси, радиус его больше, втулочка его чуть-чуть, буквально на полмиллиметра, миллиметр длиннее, чем оригинальная, соответственно, за счет этого у нас ремешок здесь будет ложиться лучше и здесь выходить повыше, значит, старт с этим вариатором и его втулкой, возможно, станет лучше. Грузики с этим вариатором в комплекте шли 6,1 грамма, со старым стоком были 6,4, но я думаю, 6,1 сюда подойдут получше, но это я только думаю, я вообще ни разу четырехтактные мопеды такие не тюнил. Чуть полегче, возможно, будет бодрее раскручиваться, за счет того, что поршневая больше будет крутиться еще лучше, хрен его знает, посмотрим, надеюсь, с этим поедет и не будет никаких перекрутов. Одеваем на место ремешок, потом все это дело закручиваем, снова смотрим, насколько ремешок расходится, собираем все в обратной последовательности, накидываем кожухи, глушители, всю ботву, в общем, под музончик, посмотрите кадры, а потом мы уже заведем этот байк. Закончили. Даже музыку сделали потише, потому что все, кто здесь сидят, ждут, как это инжекторное бестие заведет с новой поршневой. Я тоже жду. Первый пуск. Что случилось, Иван? Смотри, подкик даже есть. Подкик есть, да, подкик есть. Пробуем запустить. Что-то обороты высоковаты были, я аж испугался, что он сейчас поедет. Что-то зазвенело кольца, походу, в трубу выпрыгнули. Так, еще раз. Походу, надо немного это, подсбросить там оборотики. Попытка номер два. Давай, ем, ключ не тот. Блин, очень страшно, очень страшно. Инжектор зажужжал, бензин есть. Ну это нормально, это он на подножке просто, на подъемнике стоит. Слышите? Да, оно тарахтит. Причем тарахтит, тарахтит чуть погромче. Но уверенно и стабильно на новой поршневой. А если показать? Надо бы его с подножки снять, а то гудит больно сильно эта фигня вся. Газанем. Слышите?
хрена у него звук? У него отклик на газ нормальный, при том, что мы мозги не перешивали. Но Иван тут предположил, так же, как и я, что раз датчики все есть, значит, оно само поменяет смесь под большую поршневую. Типа форсунка, коли мы ее не поменяли, она не может давать больше бензина в единицу времени, она просто будет больше открываться на дольшее время. Короче, нам нужно дать этому мопеду подышать, попердеть там полночи, обкатать, так сказать, на месте, а завтра поедем замерять максималку на нем. Ну, в общем-то, что я могу вам сказать по поводу вот этого вот скутерка, который стоит сзади меня. Маслечко мы ему вчера тоже поменяли на новое в двигателе, но работает он, к сожалению, некорректно. Запускается, тарахтит, никаких звонов, все нормально, никакие чеки не горят, ничего плохого с ним не происходит, но когда ты пытаешься на нем газануть, происходит самое страшное. Он никуда не едет. Точнее, едет, но после того, как немножко потупит, будто бы ему не хватает топлива. А именно так и происходит. Я полазил по всяким европейским форумам, посмотрел видосики. Прошивать здесь, как оказывается, ничего не надо. Достаточно просто поставить туда другую штучку. Сейчас я вам продемонстрирую, какую штучку надо здесь поменять. Там уже стоит малосявый коммутатор, как вы можете разглядеть. Это не коммутатор, даже а полноценные мозги. Они там стоят, но для именно этой поршневой на 79 кубов этот коммутатор не годится. Когда у вас скутер с родной поршневой, этот коммутатор ставят вариатор, и он типа гонит чуть побыстрее. Но когда ставят поршневую, европейцы это называют уже Stage 3. То есть это прям максимально заряженная веспа получается. Да нет, Stage 3 это если еще выхлоп нормальный поставить и раздушить немножко фильтр-бокс, чтобы побольше воздуха туда заходило. Так что поршневая это не полноценный Stage 3, но да, у них это все равно круче, чем Stage 2. В общем, меняем вот ту штуку, и тогда скутер повалит. Но, к сожалению, сейчас у нас этой штуки нет. Ее нужно заказывать откуда-то из Европы, скорее всего. И на этом нам придется закончить данный видос. Поэтому, я надеюсь, вы просто насладились тем, как мы поменяли в новом итальянском скутере поршневую, поставили вариатор. Но, блин, я сам не насладился тем, что я на нем не прокачусь после всего этого. А может быть и прокачусь, когда придет коммутатор. Так что пишите в комментариях, ждете вы тест этого мопеда после тюнинга или нет. А с вами был Андрей Скутерец. Если кому надо в сервис или на тюнинг, записывайтесь через Шумая, его инстаграм и мой инстаграм, там все в описании есть. Всем до свидания.